не представляют. И еще один заброс. Вот на этот раз можно попробовать пробить поворотом, и Мараро выручает. Удар, может быть, было не таким сильным, не таким точным. Еще одна перепасовка. Удар поворотом, Мараро выручает. Ох, 3 минуты осталось до терпения. Мазурин остается с мячом, уже все ближе и ближе. Ух, к воротам сборной Молдовы. Приходится Кэтелину Мараро вступать в игру. Четвертая команда для участия в полуфиналах. Это лучшая из старых сборных. Вот опасный момент. Посмотрите, первая атака сборной Индии. Пожалуй, первая опасная атака сборной Индии на этом турнире. Это Джексон. Положный фланг. Здесь Робин Ядав навешивает штрафную. Удар. И в атаке завершает первый тайм команда Индии. Джон Рики Шабонг пробил по воротам. Будет ли удар? Есть удар. Ух, и вступает в игру сейчас Кэтелин Мараро. Вот так фактически на ровном месте родился этот момент. Длительный перелет, и не сумели они адаптироваться. Подбор, удар, еще одна попытка удара, сразу дважды. На чьей же стороне были симпатии, об этом немножко позже, потому что опасная атака и удар поворотом сборной Молдовы. Нерасторопно действовал голкипер. Всех парах, далеко от себя мяч отпустил, но здесь это простительно. И ну и как же так, поскользнулся сейчас его партнер и шип еще и своего соотечественника. Заварим. Сальмани в центр, еще один удар поворотом, отбивает мяч Мараро. Ну вот, хотя бы уже удар у нас. Передача, удар поворотом. Кэтелин Мараро в очередной раз в игру вступает. Сборная России атакует. Ну что, в этой атаке, да, завершается она ударом, потому можно... Можно здесь поаплодировать сборной Молдовы совсем в последние минуты. Удар. Кэтелин Мараро вступает в игру. Тут же быстро выносит он вперед. Ну да, нет. Навес штрафную. Ух, ой, не увидел, похоже, мяч этот в полете вратаря сборной Молдовы. Кэтелин Мараро. И сборная Индии в атаке. Будет ли удар? Поворотом. Да, пробил поворотом сейчас вышедший на замену Санджиб Сталин. Вторая компенсированная минута тем временем пошла. Ох, мяч едва в ворота не влетел. Едва сухой лист. А игрок сборной команды Молдовы попросту прочитал этот эпизод. Момент еще какой великолепное совершенно спасение. Невероятное. От Кателина Мара. Пятков у мяча. Удар следует неплохо. Хороший удар получился. И даже не с первой попытки каталитировал. Подача пошла. Мараро. Забирает мяч. Там еще одна атака левым флангом. Проникающая передача. Джалали. Заброс следует. Забирает Кэтелин Мараро этот мяч. Но в контратаку надо бежать, а силу... В первом тайме. Еще одну замену тем временем готовит Киржаков. Здесь на кромке поля Максим Данилин, 20-й номер. Передача на левый фланг. Здесь Мухаммад Рафи, навес. Но здесь Кэтелин Мараро без труда справляется. Молдова будет предпринимать еще одну попытку наступления. Да, уважаемые зрители, в момент видим активную борьбу на половине поля команды Молдовы, но теперь мяч спокойно, футболисты Молдовы будут пытаться в половине поля соперников. Это был навес в штрафную площадь, но первым на мяче оказывается голкипер молдавской команды Мараро, он же арбитр в сегодняшней встрече. После вот этого эпизода... Да, здесь, собственно говоря, свою роль сыграл сейчас главный судья Артем. Совершенно беспроблемно Кэтелин Мараро. Основной вратарь сборной Молдовы мяч
фиксирует, в отличие от Киржакова, Фистиган своего вратаря. Сна. И вот сейчас как раз одна из первых возможностей была для Кирилла Косарева подключиться в атаку. Чуть-чуть он не достал мяч после этого прострела с фланга. Здесь на кромке поля Максим Данилин, 20-й номер сборной России. Да, даже двойная замена, потому что еще и Никита Сулейманов, 17-й номер. Это опасно могло быть.